точно не хочешь? Вкусные. Знаешь, я, пожалуй, вернусь в офис. В офис? Зачем тебе в офис? Оставайся, тут такой чудесный бранч. Наслаждайся, ты мне сегодня не нужна. Вот как? Только сегодня? Нет, ты права, этого мало. Возьми отпуск. А то, мне кажется, ты как-то нервно реагируешь на все в последнее время. Саш, мне показалось, или я видела машину Руслана, отъезжающую от твоего дома? Ну что, тебя обидел? Саш, да Руслан меня довез, да. Потому что Сережа вел себя как последняя свинья. О чем мне с тобой разговаривать? Ты можешь просто меня оставить в покое? Не могу. Просто не могу. Назови мне хоть одну причину, почему ты не можешь. Я тебя люблю. Вижу, Саши нет в офисе. Могу тебя поздравить? Что ты ей сказал? Я участвую в шоу «Холостяк». Ты серьезно? Очень креативно. Я бы не додумался. Она дала тебе по роже? Лучше бы дала по роже. С хорошими девушками всегда сложно. Ну, главное, чтобы все получилось. И цель оправдала средства.